30 мая. Вчера приехали, сегодня уже вот у нас как все покошено. Сейчас вот завелись, заправились. Вот столько мы взяли с собой всякого хлама. Мы на малом котечном ловим жуков. Андрюх такой пойдет, жук находится делать. А вот мы уже на большом котечном, пытаемся поймать живцов. Андрюха гребет, как настоящий гребец. Здесь рыбы нет. Не понял. Она с пол воды, не успела утонуть. Осторожно, да. Ну вот такую мы засушим. Мы можем, в принципе, и на жерлицу наживить. И крупный окунь тут. Ой, ой. Как же для жуков так вообще зашибись. Да, ну лучше, конечно, не сорока. Сорога, она просто как бы типа... Ну, сейчас вода холодная, в принципе. Можно и сорогу сажать. Больше шансов, что щука возьмет. Кусила, сука. Андрюшка за конец кусила. Да что, клевает? Клевает что-то, блин, непонятно чего, блин. Видать, червяка даже доедает, блин. Да, вам-то хорошо, вас клюет, блин. То одного, то другого. Я тут между вами ничего поделать не могу. Вот она. Да. Рыба. Рыба твоей мечты. Ой, тот поймал. Блин, тут смотри, Гераков начал ловить. Геракаков? Надо к нему плыть срочно. Видишь, опять клюет. Вот теперь она попалась. Вот такая рыба, блин, нам не нужна. Я оставлю его в ведре на всякий случай. У нас же еще есть эти самые. Живцов. Конечно, на удочку был пойман щуренок. Где он теперь? Вот. Вот. Ой. Он очень-очень хочет жить. Опа. Все, сам ушел. Все, расти, дорогой. Да. Порасти, дорогой, расти, дорогой. Ближе, прямо на него. Так и иди.
маленькая же дама наверху. Все, пока держи. Стой. Что, похоже, она дремлет. Вон, растянута вот докуда. Вот она, маленькая щучка. Опачки, сегодня у нас будет уха. Виталик, а что я только что говорил тебе? Вот она нас дождала. Все. Ну что, погребли тогда это самое. У меня вон их полное ведро. Да. Ну что, нормально все. Молодец. Первое место. Нет, второе. Он вторую щуку поймал. А, да, да, да. Да, 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 да. Да, самая большая. Вы ее отпустили. Такая большая, что мы решили ее отпустить, пусть плодится и размножается. А вот у нас рабочие с дороги картошку шинкуют. Картошка уже на огне. Сейчас мы посмотрим, кто из них быстрее придет ко мне. Луковица или рыба? Вот в чем вопрос. Давай, давай. Сюда. Здесь? Здесь? Молодец. Вообще уже как давно. Нет. Ну, минут 5 уже кипит. Ты давай это самое. I'm sorry. Бросай. Он ее не чистил. Живую пустил. Живую. Навару будет больше. От живой-то? Конечно, она же выделяет этот самый адреналин, блин. И, наверное, такие можно испалить там. Все. Гаденыш. Надо его отпустить, раз такой. Второй раз нельзя казнить. Ингредиент в ухе — это, конечно, лавровый лист. Можно, конечно, стопочку водочки, но ребята говорят, мы ее лучше употребим внутрь. Хыть, утопи. Ну, воды я уже добавлять не буду.
Вот и будет. Если останется. Вот. Если тушенки добавить, вообще будет хорошо. Наконец-то мы ее едим. Прошло час. И вот мы для чего держали эту лодку. Станки, да. Станки, лодки. Виталик вон за обе щеки выпетывает. Да. Ну, за уху. Давайте. Обычно ведь. Чем сейчас эти уха есть? Давайте за первого щукаря. А, за второго щукаря. Первый был у ребят, да. Такой гигантский, что они просто не могли его достать. GoPro 105.